вот мы и встретились. Ксилуар, ты же знаешь, что твои жалкие трюки с часами на Гругала Рограна совершенно не действуют. Хотел еще раз посмотреть, как ты моргаешь, когда разрушаешь мои чары. Это впечатляет. Если ты ищешь впечатлений, Гругала Рогран тебя не разочарует. Начинаю представление. Медлительный и самонадеянный. Опасное сочетание. А ты дракон для меня слишком шустрый. Но у меня есть способ тебя успокоить. Ты слишком много говоришь. Прощай, дракон. Взрывчатка Вакфу. Гениально, правда же? Эта идея пришла ко мне в голову, когда я стал пользоваться кубом. Или акуб. Уверен в том, что ты его нашел. Где он? Что ты о нем знаешь? Откуда он взялся? Верни Элиакуб Гругала Рограну, пока он тебя не уничтожил. Элиакуб? Какое смешное название! Этот объект в руках человека слишком опасен. При злонамеренном использовании он может вызвать мощное разрушение. Этот куб у меня уже 200 лет. Я умею с ним обращаться, но мне не хватает твоей вахфу. Времени на отдых. Ты уничтожил много стран, Ксилор. С тех пор, как ты завладел Элиакубом, равновесие в природе нарушено. Кем ты себя возомнил, дракон? Если я добьюсь успеха, мне все простят и все забудут. Я уже говорил, что мне нужна твоя энергия, чтобы все сработало. Тебе представить моих трех любимых кукол Мара, Фриско и Тартюфо. Твой час пробил, Гругала Рогран. Прикончите его! Все кончено, Ксилор. Вот и нет. Мы только начали. Ну как там наш трагический герой? Посмотрим, как долго продержится твоя улыбка. Yeah.
я, что старый зверь так силен. Я вынужден призвать тебя, Леокуб. Всегда к твоим услугам, Максимилиан. Живет от ненависти и погибнет. Не надо меня недооценивать, Гругал Араграм. Я больше не буду сдерживаться. Сейчас я покажу тебе настоящую силу Элиокуба. Несчастный безумец. Очень вовремя. О, в чем дело? Ты больше не хочешь со мной играть, Буркал Араграм? Не трать свою энергию. Ты не сможешь разорвать эти чары. Элиокуб позволяет мне воздействовать на время так, как не смог бы сам Ксилор. Но ты был прав насчет этого предмета. Он не создан для таких, как я. Меня пленила его сила. Он меня уничтожил. И спасти меня может только одно. Мне нужна энергия Вакфу. Как можно больше Вакфу. Когда я скормлю кубу твою Вакфу и Вакфу Древа Жизни, я смогу сделать то, чего не делал ни один Ксилор. Я смогу вернуться в прошлое и все исправить. А теперь скажи, неужели ты ни о чем не жалеешь, дракон? Древо Жизни имеет прямую связь с Садидами. Если ты его уничтожишь, с лица Земли исчезнет... Гругал Араграм чувствует, что ты не такой злой, каким хочешь казаться. Еще не поздно остановить это безумие. Повернуть время вспять невозможно. Ты разорвешь материю мироздания. Позволь объяснить. Если я преуспею, то мир начнется сначала, и все будет хорошо. Если же я потерплю неудачу, то какая мне разница, будет кто-то жить или нет? Но хватит болтать, дракон. Мое время драгоценно. Ты ничего не знаешь о Гругал Араграме. Ты не имеешь представления об истинной мощи драконов.